телеграм-канале городской администрации приглашают принять участие в опросе «Ночь музеев 2023». В этом году акция пройдет 20 мая. Тема созвучна году педагога и наставника. История и истории. В центре внимания не только сохранение памяти и наших духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях. Музеи и учреждения культуры подготовят экскурсии, выставки, лекции и мастер-классы. Жители города просят рассказать, планируют ли они принять участие в акции и какие мероприятия готовы посетить. Опрос доступен по опубликованной в телеграм-канале ссылке. В преддверии празднования Дня Победы объявляется прием фотографий ветеранов Великой Отечественной войны для изготовления портретов с символикой бессмертного полка, информируют в телеграм-канале Самарского района. Для этого нужно предоставить фотографию ветерана на бумажном или электронном носителе и сведения о нем, фамилию, имя, отчество, годы жизни, звание, а также указать контактный номер телефона для связи. Место приема фотографий – улица Некрасовская, дом 38, кабинет 3А. Срок приема заявок – до 3 мая 2023 года. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки приглашают жителей города отдать свой голос за парк или сквер, которые преобразятся уже в будущем году. Напомним, что это можно сделать на платформе 63.городсреда.ру до 31 мая. В России уже 5 лет с успехом реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», благодаря которому города приобретают новый облик, обновляются общественные пространства. Во всероссийском голосовании за новые объекты благоустройства участвуют 20 общественных пространств по всей Самаре. В поселке Управленческий по адресу улица Сергея Лазо, 13, работает мастерская по изготовлению маскировочных сетей для бойцов, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Пункту необходима поддержка и дополнительные руки. В телеграм-канале Красноглинского района Самары просят неравнодушные жители присоединиться к изготовлению сетей. Пункт работает без выходных, исключая праздники, с 10 до 14 часов. Все подробности по телефону 8 927 018 54 81.